Одну песенку мы слушали. Одну песенку мы слушали. Рэпа так мы не слушали. Смотрели мы какую-то совмесочку, да. Какую-то совмесочку мы смотрели у него. Давайте посмотрим, что это такое вообще. Там, там, тарам, там, та, дам, там, там. Escape MC. Escape MC. Дюна, да, 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 да. Дюна. Лефройд, Escape MC. Дюна. Был трючок. Вот этот. Да, 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 вот они сидели. Короче, вот это мы слушали. Давайте посмотрим. Сольный трек. Хорошо. Rap Attack. После этого вышло еще два. Ну, мы, видите, слово почим. 17 слушателей за месяц. Escape MC. Ну, фрешмен, да, 100%. Если это будет хорошо, если это будет хорошо, 100% мы это возьмем в фрешмен, да. А ну-ка. Есть такая буква. Отлично, прекрасно, удивительно. Что у нас написано здесь? У нас есть снипеток трека музыки, которая мне близка, которой я увлекаюсь, который посвящаю свое время с удовольствием. Я топлю за old school, рэп 90-х. За золотую эру, да, бро? Я тоже как-то легалайз один раз сказал на стриме, что я за old school 90-х. Он такой, бро, с тобой не о чем разговаривать, если ты говоришь на рэп 90-х old school. И с тех пор я запомнил, да? Old school это типа, бро, начало 80-х. А то и конец 70-х. На этих битах я себя очень комфортно. Ну, я тебя понял, на самом деле, естественно. Я просто на всякий случай тебя поправляю, чтобы если вдруг у тебя будет диалог с кем-то, кто очень шарит, ну, Лига, кстати, без Б шарит очень, да, чтобы ты этого не сказал ни в коем случае. Это важно. И где теперь Лига? Дэм, бро. Это было страшно. На этих битах я себя чувствую комфортно, легко рифмую, заряжаюсь энергетикой. Хочу, чтобы произошел некий ренессанс, возрождение старого доброго рэпа. Да, бро, часть оно и происходит. Гризельда очень хорошо отрабатывает эту тему, да. Потихонечку речитатив хороший входит в моду, да. Пуша Ти на биты Канье Уэста тоже нормально сделал тему. Киллер Майк забрал Грэмми, да. С чем, по-твоему? Ты же знаешь, с чем, да. Ну, я не про повесточку, но ты понял, да? Я про то, что он, в общем-то, делает то, что самое, о чем ты говоришь. Поэтому, в принципе, бро, оно происходит. Не переживай. Но главный вопрос. Насколько ты умеешь работать в этом стиле? Премия 10-го планируется? Да, планируется. Примерно 10 числа планируется. Ифанов Music 52. Здорово, бро, приветствую тебя. Перносов, ну, пока не планируется. Слушаем внимательно. Погнали. Рэп Атак. Escape MC. Бам. Сварена на вайбе школы гангста рэпа. Рэпа сведено на студии, что прямо в гетто. Сварена на вайбе школы гангста рэпа. Сведено на студии, что прямо в гетто. Тяжелый как уран, продукт Escape MC. Сорвет как ураган, за крышею смотри. Не популярный до поры до времени. Мой рэп атак подкреплен намерением. Не, ну ты прям, да, ты прям реально делаешь такой, знаешь, 80-х звучок. Да, ты прям... Угу. Прям 80-е, да. Это прям почти олдскул, бро. Сварена на вайбе школы гангста рэпа. Сведено на студии, что прямо в гетто. Тяжелый как уран, продукт Escape MC. Сорвет как ураган, за крышею смотри. Не популярный до поры до времени. Мой рэп атак подкреплен намерением. Выстрелить зарядом флоу точно в цель. Так будет по-любому, просто мне поверь. Тяжкий бит, но по-своему кочевый. Сохранит для тех, кто дышит флоу. Ренессанс великого олдскула. В декаданс тру хип-хоп культуры. Глубинные бомбы в медиапространство. Действия серьезные, не хулиганство. Исчерпан далеко не весь мой арсенал треков, что MC Escape написал. Лефройд, брата, мы в одной команде. Погромче накрути басы на этом вайбе. Для города
города и мира касается вас всех. Скоро удивитесь, а нас ждет успех. Я люблю писаться в Underground Studio, дыбом надышаться, которым там накурено. И это парадокс для моего IQ, ведь алкоголь не пью, сигареты не курю. В чем секрет от такого вайба? Видимо, словил я дозу кайфа. Первый раз скиллуху ощутил. Лефрой, правда, это подтвердил. Таким же, как и я, истории про гэнгста. Немного философии найдется место. В творчестве эстеплси, что по ночам не спит. Сочиняет треки на биту, вам говорит. И плевать на то, что я сейчас не в тренде. Сам тащусь от рэпа и чувствую в моменте. Как количество, выходя на качество. Что с твоим лицом, ты чем-то озадачен. Олдскул еще ворвется громко в ваши окна. И это потому, что я действую свободно. Лейбл мне обязан контрактов не имею. А треками стреляю, об этом не жалею. Настрой, братан, свою аппаратуру. И в гости принимай true хип-хоп культуру. Я же резким голосом неплохо помогу. По адресу направлю настоящую волну. Сюда Method Man бы навалить, бро. Очевидная проблема есть. Очевидная проблема, и их несколько. И она совершенно не в стиле. Если ты думаешь, что типа стиль не устраивает или не принимает стиль, нет. Со стилем и с музыкой все в порядке. Вопрос, как ты это передал нам? Передал ты нам очень косноязычным текстом. Слабо нарифмованным, хотя этот жанр, это текст и харизма в чистом виде вообще. Вообще в чистом виде. Хочу, чтобы некий ренессанс, возрождение старого доброго рэпа. Да, бро. Для того, чтобы он возродился, нужно переосмыслять его. Переосмыслять его... Пролетариат – социальный класс, для которого работа по найму, продаж собственной рабочей силы является существенным единственным источником средств существования. Да, бро, я понял, вот ты пришел, да, по поводу этого. Но есть нюанс. Нюанс в том, что пролетарии объединились всех стран для того, чтобы как раз-таки не работать на дядь, а работать на государство. Поэтому то, что они продают свой труд, они продают свой труд государству. А когда ты говоришь про дядю, речь идет как будто про капиталиста, которым пролетарии себя противопоставляют. В этом суть. Поэтому если докапываться до конкретной сути, то панч звучит не очень корректно. Но так как ты это понял, вроде бы тоже можно понять, да. Поэтому такое. Дядя у власти, да, то есть как будто дядя у власти, а как будто бы, когда есть пролетарий, дядей у власти нет, да. Ну, типа так считается. Вот, поэтому такое, да. То есть как бы дядя продает свой труд при капитализме рабочий. А пролетарий, он типа свободен, и он типа сам управляет своей жизнью и работает на государство. Такой нюанс, да? Вот, бро. Поэтому оно не совсем заходит. Работа по найму, да, собственно, рабочий является по существу единственным. Да, да. То есть это коммунистический термин, который обозначает вот это. Немножечко. Возвращаемся сюда, бро. Суть и смысл того, что ты подаешь, ты поешь рэп о рэпе. То есть знаешь, что происходит в твоей теме? Это просто ребята стоят на улице, причем ребята стоят, рэперы, все вместе, и друг другу зачитывают фристайлы. Это текст по качеству и подаче. Фристайл в чистом виде. Фристайл в чистом виде. Вот, поэтому... До поры до времени мой рэп атак подкреплен намерением выстрелить зарядом, флоу точно в цель. Так будет по-любому, просто мне поверь. Вот цель, поверь, там очень ровно, очень слабо по харизме, по подаче. Подожди, стой. Просто постараюсь тебе привести пример. Сейчас.
Сварено на вайбе школы гэнгста рэпа. Сведено на студии, что прямо в гетто. Тяжелый как уран, продукт Escape MC. Сорвет как ураган, за крышею смотри. Не популярный до поры до времени. Мой рэп атак подкреплен намерением. Выстрелить зарядом, флоу точно в цель. Так будет по-любому, просто мне поверь. Тяжкий бит, но по-своему кочевый. Сохранит для тех, кто дышит флоу. Ренессанс великого олдскула в декаданс. Тру хип-хоп культуры. Глубинные бомбы в медиапространство. Действия серьезные, не хулиганство. Исчерпан далеко не весь мой арсенал треков, что MC Escape написал. Лефройд, брада, мы в одной команде. Погромче накрути басы на этом вайбе. Для города и мира касается вас всех. Скоро удивитесь, а нашу литературу неплохо помогу по адресу на... Продукты, что прямо в гетто сведено. Book full of medicine and generate meals. Tore the album, only for more sales. We used to catch those on the block with Krills. Now it's paid show, promoters post up bills. Sign deals only if the math is real. If we can't match numbers, then you can't have the head nigga in charge of shit. Live nigga rhymes artists, pardon. P-Dub shines regardless, remorseless. Haunt niggas like poltergeist. My advice for it, get like that. Just think twice before you move on it. Put jewels on it, who want it? Loose niggas make the news when we start forming. Snatch stripes off a nigga's uniforms often. Doing bad shit, Delph, you way out to jurisdiction. My niggas bullshit on the grill. I don't fuck around, Dunny. This moves real, I keep it thorough, nigga. Yo, let me back up for him, let me back up, yo, yo. My niggas bullshit on the grill. I don't fuck around, Dunny. This moves real. Потоком, либо ты идешь потоком, однообразным потоком жизни, либо ты делаешь... Blowing the diesel and meditating. Shit, so it's peace to the melanated, deceased and decimated. The killers increase, turning their back on the education. And what's it in the pitch in the crack like it's recreation. From a place where the dealers playing in the darkest corners. We see the detriment, many mothers becoming mourners. Sons ducking and dodging the cuffs and the fucking warrants. I seen the best of them niggas go turning it for me. Damn, shit is more than just an observation. Too many lost souls stuck within the population. It's like the older folks don't feel it is an obligation to teach the youth and inform them about cooperation. It's from the school of hard knocks to the block scholars. The root of the cause is all just the top dollars. With the mind of a pit bull and the rock wallers. Getting locked inside a cage, son, the cops wild. Systemality, love cracking the penmanship. They killing morality, judge stacking the sentences. Короче, задача твоя в том, чтобы не читать вот прям под каждый такт, да? Когда ты читаешь под каждый такт на таком BPM, я хочу сказать вам, что я пришел к нам. Тут я буду стоять, вам энергетику буду раздавать. Я крутой ураган. Это не то. Так не работает, бро. Так не работает. Тут, конечно, да, у меня вообще по-другому слух работает на такой бит. Я тут прям чисто вижу в чистом виде оффбит, да. В чистом виде оффбитом зачитывать под такой бит только так, да. Сварено на вайбе школы гангста рэпа. Сведено на студии, что прямо в гетто. Тяжелый как ураган продукт Escape MC. Сорвет как ураган за крышу, смотри, ай. Ну, все в таком духе, знаешь. То есть тут гораздо, тут дабл таймишь, да. То есть в два раза быстрее работаешь по биту. И рисунки должны быть просто. То есть, что такое переосмысление такого жанра в 24-м году? Учитывая монотонность и однотипность бита, задача твоя, как артиста, нарисовать интересную картинку под 89-90 BPM, нарисовать своим флоу. Своим флоу. Как только ты разнообразишь и очень интересно идешь, красиво, да? Чего-то там, па-та-та-та-там, па-там-пам, па-ба-ба-ба. Та-да-та-та-там, пам-пам, па-бам, па-ба-ба-ба. Тан-та-тан-та-тан-та-тан-та-тан-та-та. Пам-пам. Ты меняешь, работаешь, да? То есть игра какая-то.
То есть где-то что-то, работай под этот бит, да, работай, начитывай, накидывай грамотно, разными структурами. Работай живо, не останавливайся, не затыкай, бро. Поэтому, типа, ну, сложно мне даже вот прочитать этот текст, потому что он такой жестко косноязычный, типа, знаешь, там, сварено на вайбе школы гангста рэпа, сведено на студии, что прямо в гетто, ну, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Чего-то мы здесь, мы хотим с вами приготовить. А, что-то там это не МС-Дони. Что-то там ты хотел сделать это в Капитолии. Что-то в Капитолии. Что-то там на пони. Ты хотел сказать, но думал, что они поставят Тони. Что-то там на отцам ты пацан, то ты дальтоник. Красные купюры мои, что-то Тони. Кто-то что-то там, что-то там и стоник. Это не стоник, это LV Dior. Что-то ты хотел сказать, что-то подай куда попёр. Что-то пампа там, парампа, пипа пиба. Такое, да, то есть можно прям накидывать, короче, нормально, бля, вообще. Живее, живее, бро, жизнь нужна. И не постоянно, да, там, можно по слогу медленную включать, но не до конца, да, не прям вот разъебываться. Иногда сделал только, чтобы это хватало надолго. После чего я думал о тебе, сколько бы снять, что там была на одежде, что там одежды на одежде. Что-то та-та-та там для надежды. Это наш четвер, фа-фа-фа-фэшты. Что-то там, что-то вокруг невежды. И вокруг ты там, па-пам-пам-пам. Та-да-да-да-да-да-дам-ба-дам-дам. Че, что-то там, па-там, что-то где тухло. Что-то там, па-там, пацан, чертом, братуха. Да, то есть рисуночки разные, короче. Бам-бам-бам, выдал одну харизму. Хуякс на новый перешел. Раздал, да. Пусть битос играет, бро, вообще просто без проблем. Where the fathers ain't living, at least not with us. Might see around the city and won't even say what's up. When niggas play tough, won't even smile in mirrors. And we learn to fuck hoes off trial and error. Just a small town nigga, big city hustle. Glued to the TV, jigger nitty wrestle. These were our heroes, strictly for them zeros. For that Robert De Niro, niggas reload on the kilos. Dodging the people, mad at myself. Cause I done seen some things that I'd rather not tell. Shawty smoke crack and her boyfriend too. And sometimes he touch her daughter how the boyfriends do. Pull up to the club where my boys went to. See that yellow tape and the boys in blue. A nigga on the stretcher, and though I never met ya, I'm thinking God bless ya, the city trying to get ya. Man, don't let the city get ya. Fuck the horoscopes, know the ropes like a wrestler. If them bullets wet ya, bet your mama need a tissue. Your face on the front of our shirt screaming we miss ya. Come with me, run quick, see. What do we have here now? Do you wanna ride or die? Da 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 da. Come with me, run quick, see. What do we have here now? Do you wanna ride or die? Da 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 da. I know you only do what's best for me, but is it cool if we negotiate my destiny? They always telling me it's temporary, them walls feeling like a cemetery. My dreams ain't got no obituaries, my city hurting and none of us will equip here. You heard me say I was born, I probably meant tears. I'm trying to get clear, I'm trying to quit fear. Who wrote the scripts here? These kids live their whole lives just killing time, running a race with no finish line. They trying to... What, bro? Поэтому такое. Это J. Cole. Последний трек был. Поэтому такое. Вот. Вот. Все работает. Все нормально звучит, бро. Все звучит нормально. Рисуй красивый ритм.
чувствуй музыку шире, чем просто пум-пум, пум-пум. Очень скучный узор, очень скудный, очень косноязычный текст. И самый главный вопрос, бро, самый главный вопрос. Это рэп про рэп. Это рэп про рэп. То есть это супер узконаправленная история, которая существует просто для того, чтобы ее зачитать один раз фристайлом в кругу таких же артистов вечером на какой-то тусовке, и сразу ее через 2 минуты все забыли. И просто покачали один раз и сказали «У-у-у-у!» и все, и дальше пошли делами заниматься. Музыка смыслоцентричная должна быть такая. Вот так. Поэтому нет, слабо. Намерением выстрелить зарядом флоу. Cypress Hill, да? Тоже может быть неплохо на таком бите. Он точно в цель, так будет по-любому, просто мне поверь. Да-да, такой запиченный немного, да? Угу. Подскреченный какой-то голос. Ну, в общем, да. То есть не надо думать, что это проблема жанра. Нет, проблема конкретного трека, бро. Конкретного трека. Надеюсь, показал вот все, что можно. Тяжкий бит, но по-своему кочевый. Сохранит для тех, кто дышит флоу. Ренессанс великого олдскула. Совокупность зачитанные бита. Глубинные бомбы в медиа пространства. Один серьезные, бро. Не хулиганство. Исчерпан далеко, не весь мой арсенал треков, что MC Escape написал. Лефройд, брата, мы в одной команде. Погромче накрути басы на этом вайбе. Для города и мира. Угу. Очень-очень текстоориентированный трек. Касается вас всех. Скоро удивитесь, а нас ждет успех. Угу. Структура ужасная просто. 3 балла. Хоть выдержал. Реализация стиля. Ну попал, да. Более или менее попал. Вот. Вот где-то 4-5 баллов. 4 я бы поставил. Индивидуальность, харизма. Просто как автомат протараторил безжизненно абсолютно. 2. Ну, 3. Окей, вайб 1 балл. Да. Такое. Из современных русских рэперов кого, блин, сложно сказать. Сими как будто может спеть. Как будто Сими может спеть. Ну еще вот, ладно, еще вот не нашего рэпера. Ну-ка давай, допустим. Yo, and yo, you brought me on Jerry just to take you back. After that bullshit you put me through a couple months back, that wasn't right. Call the cops on me and told him I had it like. Yeah, pop the trunk, he got dope and guns. Check for warrants, that son of a bitch on the run, I know it. 3 of his niggas got life, he used to roll with and told him my body the upcoming basketball star. Once I heard that, I fell out the cop car. Real hard, you bugged out and thugged out. Wanting me to take you back, that can never happen, I'm sorry. No disrespect, but you a psycho, honey. Got that SSI money and you start acting funny. Shrimps every night, ordering steaks. Them jumbo joints, them shits cost $1.50 for 8. And when you turn me your Merlot, need more grapes. I said, honey, you never had wine before. And if you did, that's not how you act at all. And no, that's not how we rock in theater. Please. Да, кстати, мне кажется, Бато неплохо сделает. Угу. Блин, нету, да? Не найти, да. Ой, ты, конечно, вообще весело. I came out the magnolia like the beetle. The genie or the incense smoke from the church people. What's up, Razyab? Pollination, soprano wise to all nations. Global recalibration. Rock nation causing shockwaves in the basement.
7,000 kilohertz. With every verse I hear the earth. With every line I drop, it tears a man into a cloud and a fine mist. Вот самый правильный зачитан по этот бит. Snowflakes for the pain. The flow is just so insane. We wondering why you came. Here's a jewel, son. Be yourself. Quit looking like someone else. Get your dignity off the shelf. The true Jedi code is stuff. Stay in tune with whatever else. The Asiatic galactic master of the Atlas. Author of mathematics. Civilized the savage. Terrorized the clerics. First. Big black chief like Robert Paris. I broke the deputy neck. My metal face shot the sheriff. Soul rebel in the deadly bout with the devil. Conquering every level. The best part is where I settle. Spread love through every ghetto. Plus suburbia. Me over the track as an acquisition and merger. Couldn't be any further. Woke the game up into a fervor. Then disappeared. Like the murder, the style you never heard of. The very premise is murder, but sweeter than the world is. Roam the earth like Bedouins and Berbers. The great ancient order emerging through your server. Вообще разъеб. Из свежих, да? Из свежих, кто читает на эти биты зарубежных. Hey yo, shout out from Zelda, GXF4. Hey yo, pistol whip the nigga down the stairs of Hall of Fame. 10 deep rockin' Supreme off the King. Diamond supply fly, whip off the triple B. Drive-bys out of Billy trucks, you should see the wings. DA wanna give me an eye future. Shit, I'm done with the hands, but I'ma shoot ya. Flight club size 9, everything. Off and I'm on my gangster lean. Last game surrounded by dirty ghetto kids. I'm undefeated, leave some shells in your wig. Stash the A and O VCA, you wanna play? Danced on the work like Moore's Day. Hey yo, Lord, I had a vision. I got my niggas all out of prison. Take them niggas out of hopping. Get anything you want, nigga, I got it. Money stacked to. West Side Gun, да, из Гризельды. Это вот недавний фристайл. Есть и чё. Вот, поэтому много как можно показать. Ну, лучше, конечно, как MF Doom делать, но можно хоть как делать. Да, поэтому такое. А имеем мы... Великого овцкула в декаданс тру хип-хоп культуры. Ты паузы, видишь? Паузы ты разбиваешь. Паузы неправильные. Поэтому трек получается очень слабый. Надеюсь, это было исчерпывающе, бро. Надеюсь, это было исчерпывающе, да. Maybe Baby. Не, бро, я думаю, Maybe Baby нет. На такой бит нет. Душно. Да, это было очень душно. Простите, я знаю, что вас это уже все давно-давно заебало. А, у нас еще есть снипеток, да? Школы гэнгста рэпа сведено на студии, что прямо в гетто. Тяжелый как уран, продукт Escape MC. Сорвет как ураган, за крышею смотри. Не популярный до поры до времени. Мой рэп атак подкреплен намерением. Выстрелить зарядом флоу точно в цель. Так будет по-любому, просто мне поверь. Тяжкий бит, но по-своему кайф. Ты не переосмысляешь. Хранит для тех, кто дышит флоу. Ренессанс великого овцкула. Чтобы ренессанс произошел, нужно переосмыслить. Нужно дать. Нужно дать качество, бро. Да. И будет норм. Но этого, к сожалению, не произошло. Вот такая история. Боуворд! Тормози! А ну-ка! Надеюсь, это было полезно, бро. На стиль не надо забивать. Надо просто показывать его в 24-м году в том виде, в котором он может быть интересен. Да. Да. Let's go. Бор, тормози. Легенды, которые почти всегда проходят на фреш-сеты и встречаются с монстрами, да. Слушай внимательно. Я мне говорю, типа, нахуя ты вообще записываешься, тебя все равно никто не слышит. Это потому что мне в кайф вообще похуй, если я даже один это буду слышать. Похуй на ебану вокруг. Но и меня кинули, я на белом ебало. Что так, в принципе, дано, задушил его как баба. А уж он налево
сука, отправил направо. На мне есть бумага, рядом 50 баба. Возьмем девчонку, другой тащу американо. Никогда не сюда, мои пацаны не стадо. Это не резина, нахуй нужна твоя лапа. Слышь, бэй, тормози, оттащу свой брик. Слышь, бэй, тормози, на мне крысики. Слышь, бэй, тормози, она сана стиль. Слышь, бэй, тормози, я жду живанши. Бегу по лезвию и количество и стопы. Помолите за меня, пока не собрал толпы. Опять, да, такой хаски, скрип, все в совокупности. Буду читать это, когда был в утробе. Мама говорит, сын, тормози. Он поднал с эмбриона, бро, респект. Мне кажется, если бы я еще раз эти деньги даже получил, я бы их точно так же въебал. Мне просто самое тяжелое кажется, это самому себе отказывать. Я вот не могу. А хочу лишь денег, нахуй мне вашу движуху. А хочу поесть, записаться и поспать. Нахуй мне твой вид, если ты просто модный пидорас. Я начинал один, это дерьмо, когда не было вас. Мы делили половас, мы делили сотни. Чё ты там базаришь, сука, не слышу их вовсе. Бабки как аптека, сука, лечат мои кости. Я лежу один, сюда не приходят кости. Слышь, не меняюсь, был таким, как всегда. Сердце теплота, но мои руки у руля. Не брошешь ты хуйню, лучше останусь у нуля. Топчу эту тропу уже не только для себя. А тебя не слышу, чё мучишь, передал им пас. А играю чисто, но перекрыл им поток. Дорога вроде в щебе, не скажу по ней как лёд. Имею свой стелёк, не мне не нужен чужой. Они все базары, будто бы я спиздил флоу. Они все базары, будто бы я спиздил тон. Они все базары, будто бы я шеду спиздил. Они все базары, они все базары. И этот релиз крепкий весьма. Весьма крепкий релиз. У него он держит свою планку по харизме. Оружие налево, сука, отправил направо. На мне есть бумага, рядом 50 баба. Возьмем девчонку, другой тащу американо. Никогда не сюда, мои пацаны не стадо. Отдану резину, нахуй нужна твоя лапа. Слышь, бэй, тормози, оттащу свой брик. Слышь, бэй, тормози, на мне косяки. Слышь, бэй, тормози, она сана стиль. Слышь, бэй, тормози. Здесь я не знаю, что советовать, потому что ну, человек умеет, владеет своим тембром, своей харизмой, он постоянно накидывает довольно неплохие треки. Довольно неплохие треки. Тут у нас трючок из двух частей, да? Немного выбивает у нас это из харизмы, немножечко. Из такого потока, но с другой стороны он дает какой-то сначала скрип, потом хаски. Ну, есть, да. Есть такие вайбы, короче. Но вот у него вот такой голос, как я понимаю. И он им играет, да, постоянно в разных треках. Бля, ну он уверенно, уверенно звучит на своем. Нет, это не хаски, это Боувард. Вот, друзья. Бегу по лезвию, количество и стопы. Помолите за меня, пока не собрал толпы. Наши буду читать это, когда был в утробе. Мама говорит, сын, тормозни, мы не масоны. Бля, мне кажется, если бы я еще раз эти деньги даже получил, я бы их точно так же въебал. Мне просто самое тяжелое кажется, это самому себе отказывать. Я вот не могу. А хочу лишь денег, нахуй мне вашу движуху. А хочу поесть, записаться и поспать. Нахуй мне твой вид, если ты просто модный пидорас. Я начинал один, это дерьмо, когда не было вас. Мы делили половас, мы делили сотни. Чё ты там базаришь, сука, не слышу их вовсе. Бабки как аптека, сука, лечат мои кости. Я лежу один, сюда не приходят кости. Слышь, не меняюсь, был таким, как всегда. Сердце теплота, но мои руки у руля. Не брошешь на хуйню, лучше останусь у нуля. Топчу эту тропу уже не только для себя. А тебя не слышу, чё мучишь, передал им пас. А играю чисто, но перекрыл им поток. Дорога вроде в щебе, не скажу по ней как лёд. Имею свой стелёк, не мне не нужен чужой. Они все базары, будто бы я спиздил флоу. Они все базары, будто бы я спиздил тон. Они все базары, будто бы я шизу спиздил. Они все базары, они все базары.
Кстати, по целостности, да, немного не хватает треку. Целостности не хватает, но разнообразие есть. Индивидуальность и харизма. Что касается индивидуальности, да, тут можно спутать, конечно, но в целом он чувствует свое дерьмо. 8 не могу поставить, 7 смело поставлю. Реализация стиля 8 баллов. Здесь троечка. 4 я готов поставить этому треку. Да. Заберу Freshman. Хорошая песня. Хорошая песня, и он, в принципе, вполне себе выдает то, что... То, на что он, короче, замахивается, то он и выдает, да. Спасибо большое. Продюсер есть? Продюсера нет. Не знаю, что еще сказать, бро, по поводу твоего стиля. Просто ждем крутые треки, да. И ты просто, да, ты просто реализуешь, довольно качественно реализуешь свои работы, все. Умеешь текст, умеешь порассуждать, умеешь разнообразие, чувствуешь биты. Не знаю, все норм. 8 баллов за реализацию стиля, ну елки-палки. Не знаю. Спасибо, правда, спасибо. Здесь вот как будто даже, знаешь, вот честно, здесь хочется 8 даже поставить. Я даже 8 поставлю здесь за счет того, что ты реально чувствуешь этот бит, но больше за счет индивидуальности прям сильно скрадывает, да, ощущение того, что это как, знаешь, вот мы слушали самых первых ребят сегодня, которые вот на Нанмайса сильно похож. У тебя меньше такой истории, потому что ты вроде сначала там один, потом другой, так сказать, ходишь, да, по разным историям. Но тем не менее, ну, база, короче. База. Трек рабочий, вот, на 4 балла. С учетом трендовости, если трендовость была здесь, улетела бы еще. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, получится в июле, потому что это не на июне уже пошло, а уже на июль. Хорош. Реально хорош. О, Lost Boy in Paradise. Что-то помню я. Разбирали мы такого артиста. Да, неоднократно разбирали. И это что-то супер непонятное вообще. Дэм, бро. Давай посмотрим. Что это такое? Бездна. А ну-ка. Нет, без сна на самом деле. Никакая не бездна нихера. Без сна, да. Интересно, интересно. Mortal Shell. МКР. Альбомчик вот у него, да? У Lost Boys Paradise. Вот это он. Мы слушаем один трючок. Альбомчик. Мы слушаем трек без сна. То есть вот этот, да? Если что, вот его мы слушаем. 24-й год. Много раз мы слушали треки. Очень необычный вайб. С 22-23 года делает 17 слушателей. Да, значит, реализации там были вопросы. Посмотрим, что это такое. Mortal Shell. Max Payne, может, слушали. Не знаю. Нет, не слушали. Эти треки не вошли. Island не вошел. Не знаю, может, Max Payne слушали? Не, вроде. Даймлер там был трючок. Нет, не слушали. Может, вот этот только, единственно. Может быть. Давайте посмотрим, что это такое. Let's go. Без сна. Damn. Pocket size, stomach hood, king size. Я говорю о rocket size, я мочу о rocket size. Сужу, суки, без сна, сна. I'm tonight, mind, at night, I'm at tight. Might just burn and blow if you mess with my time. Might just burn and blow, just burn and blow. Might just burn and blow, just burn and blow. Wanna see me act nice, better pay the price. I used to act nice, yeah, can't even roll the dice. Now I'm on my own, I swear. Stop, oh my, every night.
самый хуй king size. Я курю rocket size, я мочу rocket size. Служу сутки без сна. I'm the night mind, night mind. I'm a tight. Фух. Сложновато, конечно, его услышать. Сложновато его услышать. Скучновато, да. Угу. Душит. Душит, сложно услышать. Акцент про Fabrics и Details такой себе, да, немножечко. Spill your blood, spill your blood. Better for price. Nice, I can roll the dice. Вот этой мягкости, да, которую ты хочешь под этот ковбельчик, да, подкидывать, не знаю, бро, не особо она есть. Вот если раньше, допустим, ты закидывал что-то очень сложное, да, хоть и реализация была, но не прям такое, да, вот, допустим, вот это. Ты упростил себя, знаешь? То есть вот это, допустим. Тут экспериментальная ебанина, да? Да, и вот это, да? Вот так? Окей. Тут очевидно, что нихера непонятно, да? Да, Mortal Shell, наверное, мы слушали. Я обложку помню. Mortal Shell. Или Max Payne, или Mortal Shell. Иногда сидел и он me. In every fucking pity, blame on me. Myself, my dream, no need, I'm losing myself. Вот этот, по-моему, трек мы слушали. Тур Conway the Machine по России отменен, то есть завтра концерта не будет, я правильно понимаю? Да? Скам, что ли, был? Произошел скам. Вот мягкость в голосе у тебя очень круто стыкается с тем, что происходит в треке. Да. Морти нет, бро. Морти трек удален почему-то со всех площадок. Подразумеваем, что потому что какие-то проблемы с очисткой сэмпла или еще с чего-то, да. Егор Нац нет в голосовании, к сожалению, не прошел, да. Был на прошлом стриме. Мягкость какая-то есть, душно, но мягко. То есть, знаешь, у тебя пропало, короче, у тебя появилось качество реализации, но пропала экспериментальность. Окей, давай оценим. Ты стал более оформлен, но прям совсем пропала экспериментальность. Тоже такой приличный весьма. Саулки в пятницу вместе с альбомом. Саулки в пятницу вместе с альбомом. Лоунер альбом пятницу, нам нельзя пропускать. Постараемся посмотреть обязательно.
структурка, тем не менее, даже с учетом душности, она все равно берет. Тихо-тихо играл, не напрягал слухом. Возможно, да. Ну, целостность какая-то в нем присутствует, бро. Я, может, даже 3 поставлю. Может быть, даже 3 поставлю этому треку. Что-то есть. Акула был. Нет, бро, акулы не было, к сожалению. Не продали нужное количество билетов, отменили с возвратом, вроде проблем нет. Ясненько, понятно. Ну да, видишь, люди не знают, блин, кто такой. Жаль. Conway the Machine. My favorite pocket size, tell me who you king size. Я говорю о rocket size, я мочу о rocket size. Служу, суки, без нас, но I'm the night, mind, that. Более-менее рабочий трек? Более-менее? Более-менее, бро. Знаешь, тебе надо все-таки как-то оставаться. Хотя, с другой стороны, вот такой мягкий вайб тоже, да, имеет место быть. Кто у нас на мягком вайбе? Прям вот на таком, прям вот максимально не ярче, да, а прям еще более расслабленный. Прям. Что делать с твоим Fabrics и Details, я пока не знаю, да, то есть что там есть по разнообразию, по тексту англицизм, к чему они, не знаю. Английский текст, даже не англицизм, а английский текст. Хорошо ли он реализован? Ну, такое. Не очень, если честно. 30-30-30. Ну, не 30, еще, видишь, дело в том, что множитель по стильку, да, большой. Если, конечно, было бы вот здесь, по стильку, если было бы прям сильно меньше, допустим, вот тут, вот оно и... Эксперименты, если жесткие были бы, оно было бы вот здесь, да, 30 было бы, а так почти в 49-50. Курс это в пятницу, не знаю, бро, посмотрим. Посмотрим. Пока непонятно ничего. Я не знаю, будет ли стрим в пятницу. Надеюсь, что да. Ну, в общем, как-то так, да. Нет. Нет. Да, 7. Да. Вот такая история. Такая история. Не знаю, вроде можешь ты развивать и в эту сторону, да. Ты попробовал разные прям супер экспериментальные штуки. Можешь и в эту сторону развивать, мягенько, да, делать. Я думаю, что да. Напиши, бро. Восклицательный знак. Наушники на русском языке выйдут. Оба, бля, обои. Да, наверное. А вон уже написали за тебя, бро. Из Чапски будет или был уже из Чапски. Сегодня не слушаем, а так был. За из Чапского трючок ЕРД. Он был на голосовании на прошлом стриме. Среди новинок, не среди фрешсета, а среди новинок. Он проиграл, к сожалению. Сам он записал видос, там говорит, что проблема с визой, поэтому... А, все понятно, понятно. Visa Gang Beats просто встречает его, да, на оп-движениях. И он такой, бля, проблемы с визой, типа, я в Россию не еду. Visa там со своими шутурами встретил Conway the Machine и заруинил ему концерт. Вот. Спасибо, бро, спасибо тебе большое. Немножечко душно, немножечко... Плохо слышно. Однотипно по флоу. Мало экспериментов для твоего, для твоей работы. Микрофон нет, бро. 103-й ТЛМ Нойман. Если я не ошибаюсь, я же не ошибаюсь, да? Нет, я не ошибаюсь. Вот так. Следующий трек. Так. Это так, да? Все верно? Да, действительно, все верно. Допустим. Все есть. Солидно. А ну-ка. Green Lover World. Kitswaga. Слушали ли мы что-то? Что-то знакомое вроде бы как по никнейму. Ну нет. Значит, это был другой или был другой свага. Давайте посмотрим, что это такое.
это у нас альбом, но слушаем мы один трек. Судя по динамике, хотя с другой стороны нам сейчас тоже показывали эпишечку, да, с хроном по 1.5 минуты. Обложка ничего, согласен. 1.36, что думаете с учетом обложки? Зеленый это E-Type, это 2093, это Jerk, что это? Но это не опиум, да? Вы согласны, что это не опиум? Я думаю, что это не опиум. Да, это не опиум, точно. Ну, если все верно. Mixed by Forks. Окей. Kitswaga. А, вообще ничего нет. То есть это фрешмен настолько фрешмен, что у него 30 слушателей за месяц. И это вот прям единственный релиз, который есть на этом аккаунте. Хорошо. Хорошо. Даже вам нечего рассказать. Да и себе тоже нечего рассказать. В общем, тут есть 5 треков, а слушать мы будем один. Вот этот. Который самый первый, естественно, да? Вот в смысле его. Пачкать. Наверное, это пачкать, да, имеется в виду. Это же не P4 цихкат, да, или P4-чкат. P4-чкат. А может и оно, да. Вообще хуй знает, что ждать. А давайте погадаем по жанру, что думаете? Ну, смотрите, зеленый, вот он такой весь в дрипчике, да. Да, джеркать, наверное, будет. Наверное, поджеркает. Поп-музыка нет. Наверное, ну, то понятно, не рок и вот это вот все, да. Дрейн нет. Как будто вот эта зеленая мрачнятина не... Хотя, может, и подойдет. Ладно, допустим. Слушаем внимательно. Let's go. Хотя еще не все потеряно. Драмочка. Кому что ты там доказал, про твоя челка, но бинарий. Ваши девочки сосут мне хуй за свету на генаре. Вы не суть из Петербурга, вас на думе выебут в баре. Чек даже не мечтай, мы все равно не будем паре. Но ты делаешь дерьмо, ты в другом плане. Я ставлю себе цели, а они все вполне реальны. Одна из них это нанести тебе травм. Но я не буду об тебя свои руки пачкать. Я могу достать. Если надо небо подбить, то ты братишка в этом моста. Фастлайк, я сейчас на финиш лайн. Папины гости равно на бензе, ты хуйня. Фэшбэк, you're in friend zone. Ты не таинственный, у тебя просто 51 хромосома. Это не да просто тебе так хуёво. Но ты справился на 100% как айёво. Он будто ежерки на спэна. Мне о чем базарь, в этом доку мне френа. Я тебя не знаю, сделал до хуя, чтобы отдыхать много дней. Ты не сделал нихуя, так и остался никем. Эй. Но ты делаешь дерьмо, но в другом плане. Ставлю себе цели, а они все вполне реальны. Одна из них это нанести тебе травм. Но я не буду об тебя свои руки пачки. Пачкать я могу достать. Если надо не попасть, то ты братишка в этом оставь. Я сейчас на финиш лайн. Папины гости равно наби. Ну это не джерковая драмка. Но что такое Нэтс Пант, я не помню. Мы говорили, да, об этом? Хуй узнает. Спент. Что-то я помню, что что-то уже один раз я спутал с джерком, мне в чате, блядь, задушили, что я ошибся. А ну-ка. Да, другая драмочка тут. Я думал, что сейчас она топнет, и мы такие, йоу. Нет, да? Или это вообще не о том? Или я какую-то хуйню какой-то занимаюсь? Бля, ну очень похоже на Jerk Vibe. Эти хуйня. Ну да, угу. Кому что ты там доказал, про твоя челка, но бинарий. Ваши девочки сосут мне хуй за свету на генаре. Вы не суть из Петербурга, вас на думе выебут в баре. Чек даже не мечтай, мы все равно не будем паре. Но ты делаешь... Вот для этой агрессии, для этой скорости и для вот этого разнообразного ломаного бита стараешься очень зачитывать, очень стараешься. То есть переигрываешь сильно, есть вымученное йоу, когда люди начинают читать,
в микрофон, они думают, что надо что-то корчить из себя, ну, то есть, йоу-йоу, пацаны, я здесь! То есть они начинают быть рэперами, типа, да, которых обычно карикатурно пародируют везде. Это плохо. Надо вот как ты разговариваешь, вот ты дальше и пошел, да, ты говоришь, говоришь, кому что-то там доказал, бро, твоя тёлка non-binary, ты надеешь, девочки сосут мне хуй за сет в наги-нари, типа несутесь в Петербург, вас на доме выебут в баре, хочешь быстро, медленно, замедляйся, да, по-разному, пацанчик, даже не мечтай, вы все равно не будем, мы все равно не будем в паре, там-пам-пам-пам, по харизме, да, чтобы было твое. Бро, ты делаешь дерьмо, но в другом плане. Нет, да. Я ставлю себе цели, они все вполне реальные. Да-да-да-да-да-да. Могло бы быть неплохо по тексту, знаешь. Стул джерковый. Это джерси клабовый, бро. Одна из них нанести себе травму, но я не буду что-то пачкать. Делаешь дерьмо, но в другом плане. Или ты о чем говоришь? Качалка это, блядь, это джерси клаб. Ставлю себе цели, они все вполне реальны. В плане реальной травмы пачкать одна из них нанести тебе травму, но не будет тебя с руки пачкать. Пачкать я могу достать, если надо не попасть в биту, братишка, в этом мостак. Фейслайф еще на финиш лайн, попей энерго, все равно на бите ты хуйня. Фреш бодл и на френдзон. Сложный ритм ты очень взял. Сложный ритм ты взял, а ты сам не взял его. Френдзона, хромосома, так хуёво, как айово. Путай джерк, нетспенд, братан, не знаю, не, остался никем, сделал дыхуя, don't call me, сделал дыхуя, чтобы ты не стал нихуя, сделал нихуя, да. Блять, неплохой текст, бро, неплохой текст. Че, неужели он? Неужели получится, а? Бля, не Сора. Суна, конечно же. Сора, Суна, хуй просышь их. Сейчас. А ну-ка. Закинул текст в аишку. Написал джерк. Посмотрим, что будет. Ебать, он джерк понимает. Кому что ты там доказал, так твой долг и новый нарик. Ваши девочки сосут мне хуй за сету на гинаре. Принесуйтесь в Петербург, вас на думе выебут в баре. Пацанчик, даже не мечтай, мы все равно не будем в фае. Брат, ты делаешь дерьмо, но в другом плане. И я ставлю себе цели, они все вполне реальны. Одна из них это нанести тебе травму. Но я не буду от тебя свои руки пачкать. Я могу достать, если надо не попасть. Бля, тоже, да, не идет. Окей. Не понимает, да, короче, такое. Окей, я не понимаю. Кому что ты там доказал, брат, твоя тёлка, но байнари. Ваши девочки сосут мне хуй за сету на геннарик. Принесуть из Петербург, вас на думе выебут в паре. Пацанчик, даже не мечтай, мы все равно не будем в паре. Бро, ты делаешь дерьмо, но в другом плане. Я ставлю себе цели, они все вполне реальны. Одна из них это нанести тебе травму. Но я не буду от тебя свои руки пачкать. Я могу достать, если надо не попасть в биту. Ты, братишка, в этом мостах, fast life. Я сейчас на финиш лайн, попей энерго. Все равно на бите ты хуйня. Fresh battle, you in friend zone. Ты не таинственный, у тебя. Да, это не джерк, конечно, но не понимает он джерк, да. Это не так, просто читать так хуёво. Да, бля, Суну, ты справился на 100%. Кому что ты там доказал, бля, твоя тёлка на бинаре.
Пошел, да? Ну ты делаешь дерьмо, но в другом плане. И я ставлю себе цели, они все вполне реальны. Одна из них — это нанести тебе травму. Но я не буду об тебя свои руки пачкать. Пачкать я могу достать. И надо не попасть в питом, ты, братишка, в этом. Нет, не понимает он, короче. Кому что ты там доказал бы, твоя тёлка, но бинари. Ваши девочки сосут, не хуй засед. Нет, ладно, бро, респект. Не получилось, да, короче, у нейросетки тебя переехать. Это уже хорошо, на самом деле. Очень сложно в этом плане ребятам с рок-музыки. Очень много референсов у нейронок по рок-музыке. И там, блядь, практически любой текст засовываешь, и там топовый трек получается в одно нажатие. Кому что ты там доказал, брат, твоя челка на бинаре. Ваши девочки сосут мне хуй за свету на генаре. Вы не суть из Петербург, вас на думе выебут в баре. Чек даже не мечтай, мы все равно не будем паре. Ты делаешь дерьмо в другом плане. Я ставлю себе цели, а они все вполне реальны. Одна из них — это нанести тебе травм. Но я не буду об тебя свои руки брать. Если что, да, напоминаю вам, если вдруг вы хотите посмотреть, что он делает еще, то это вообще-то альбом, да, из 5 треков. Можете посмотреть Kitsuaga, Green Lower World, и что-то для себя открыть, может быть, такое, да. Остать. Если надо не попасть в беду, ты, братишка, в этом оставь. Поставь, я сейчас на финиш лайн. Папины грусти равно на пенсии, хуйня. Fresh boy, you're friend zone. Ты не таинственный, у тебя просто 51 хромосома. Это не да, просто тебе так хуёво. Но ты справился на собрать. Ну допустим. Он будто ежеркин из пена. Мне о чем базарить, в этом духу мне френа. Я тебя не знаю, сделал до хуя, чтобы отдыхать много дней. Ты не сделал нихуя, так и остался никем. Эй, ты делаешь дерьмо. Как-то спонтанно. Я ставлю себе цели, а они все вполне реально. Одна из них — это нанести тебе. Ну, если джерк, 5. На джерк очень похоже. Я поставлю 5 баллов. Вайб джерка один хуй. Но за счет того, что не совсем та драмка, как будто 4. Может, какие-то подвиды есть. Не знаю, честно. 5. Ну. 5 баллов. Поставлю 5. Если что, задушите меня, я только за. Расскажите что-нибудь новое. Всегда рад услышать то, чего я не знаю. Но я не буду об тебя свои руки пачкать. Папа-пачка, я могу да. Постарался по разнообразию, да. Ритмика отличная, если бы ее реализовать. 8 баллов, бро. Рифмы и образы. Самое плохое — это реализация, а еще хуже — харизма. Твоя тёлка нон-бинари. Нон-бинари, унагинари. Вы ебут в баре, будем в паре. Угу, все равно, значит, даже не мечта. Разнообразие постоянно, стопы какие-то, да. То есть ты, в принципе, делаешь интересно по задумке, но ты не реализуешь свою историю вообще точно. Достать, все надо попасть. Бит, братишка, в этом мостах. Фреш батл френдзона. Просто 1.50 хромзона, это хуево. Джеркин спен, базарить, братан, вроде не знаю. Сделал дыхать, чтобы дыхать много дней. Не сделал нихуя, остался никем. Сделал дыхуя, не сделал нихуя. Дерьмо в другом плане, цель вполне реально, нести травму, руки пачкать. Ну да, по тексту что-то есть. 7 баллов смело можно поставить, да, 7 баллов. Когда слышишь Kitsuaga, кто в первую очередь приходит, типа голос какой, просто думаю, ничего не приходит в голову. Kitsuaga. Kitsuaga. Ну да, молодой парнишка, Kit, Swaga. На дерзком голос какой, Kitsuaga. Ну не кранк никакой, не баян, да, Kitsuaga. Что-то такое, что-то, да, что-то... поагрессивнее как будто, знаешь. Как будто что-то поагрессивнее. Тембр повыше. Тембр повыше даже, чем здесь есть. Типа экспрессивнее, да. Kitsuaga что-то типа... Ну, не new, а child, да. Но вот как будто немного в ту сторону, короче. Немножечко, да, в ту сторону, может быть. Kitsuaga такой, типа, пиздец, агрессивный, да, какой-то агрессор, хуев. Не знаю.
как будто. Реализация стиля. Блин, бро, 5. Индивидуальность, харизма, 5. Атмосфера, вайб, 2 балла. За счет вот этих показателей. Да, сорян. Переигрываешь тут конкретно. Здесь не попадаешь. Вот это сложная ритмика, где надо ускориться, где надо замедлиться, там какие-то вайбы, да, нет легкости. Есть прям затыки каждый раз, каждой четверки, которые тебе приходится преодолеть. Не знаю, если это был референс на что-то, и ты эту сложную ритмику откуда-то взял и увидел, сложно далась она тебе, очень сложно. Что там дальше в релизе, понятия не имею, бро. Но если что, вот такая история. Во фрешмены пока рановато. Да. Пока рановато. Так. Так, еще. Микс инди-попа. Следующая история у нас. Интересно. Интересно, Genius есть. А ну-ка. Лимо. Андро Джанго. Что-то знакомое. Да, что-то знакомое. Лимо. А, есть Лимо на английском языке, да, никнейм, по-моему. И здесь мы тоже слушали, да, Лимо. Ага. Здесь мы тоже слушали Лимо. И здесь у нас сейчас. Так, так, так. Андро Джанго. Андро у нас просто есть. Андро, да, из того, что мы знаем. Да, Андро Джанго. Не слушали Андро Джанго ни разу. Такая вот у нас получается песенка вот здесь. Давайте посмотрим, что это такое. Лимо. Слушали, да, вот. 167 тысяч слушателей. Помните вот этот рычок раны, который у нас забирали мы, который был, да-да-да, который был во форсете. Очень высокого качества трек, кстати, да. Вот они до этого здесь вместе работали, здесь так. Так, по поводу... Андро Джанго. Очень интересно. Короче, довольно-таки качественно. Почему я помню вот этот... А, тут Маглузи, хотел сказать. Почему я помню эти облоги? Понятно, понятно. То есть он делает... В общем, это должно быть неплохо весьма. С учетом того, что ребята делают недавно. И вот это прям жестко залетело с довольно хорошей оценкой. Я помню это. Тречки сработали. Да, это должно быть хорошо. Это должно быть хорошо. И плюс этого хорошо заключается в том, что это ребята свежие. То есть это фрешмены. Это хорошо, это фрешмены, да? Очень надеюсь на это. Погнали. Produced by Limo. Еще сам на продакшене, да? Let's go. Ночка. Я курю на берегу. Окей. Красиво в крона ходит, но не звони, я вернусь к утру. Ночь будет вечной. Ночь как пугая, луна кулая. Танцуй, милая, пока малая. Ночь луна полная, погода летная. Как долго ты меня будешь ждать, будешь ждать. Это кальян дэнс холл, да, поп дэнс, короче. Поп дэнс. Ночь, костер, да, поездка какая-то или вайб. Снова наш дроп хороший был, садись-ка. Несет меня лунная, звездная, за пределы города. Ты сегодня скромная, знаю, это временно. Пьяная, молодая, с луной нас встретила. Ночь нас целовал, хочу танцевать, эй. Салуки вайб. Ночь нас целовал, хочу танцевать, эй. Ночь нас целовал, хочу танцевать, эй. Под ногами угля я танцую. Душа бой, 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 речка лей, лей, лей. Тепло, дай, 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 согрей. Макс Корж тут тоже присутствует. Да не твой, 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 пусть мне, мне, мне. Там не грустно, и нас не отпустит, но... Может быть, тиктоком. Я пропаду с тобой. Где-то за реку, людям. Для простой танцевальной песни сложновато может быть. Это и плюс, и минус одновременно. Сейчас расскажу, что сейчас. Здесь крепче, ночь будет вечной.
Валту развитие есть. Вообще в целом трек, конечно, принимается, но базару нет. Сейчас прочитаем, там еще описание какое-то есть. Очень неплохо, правда, очень неплохо. Трек «Ночка» выйдет 7 июня, спустя 2 дня после моего дня рождения. Этот трек для меня олицетворяет жизнь. Как я уже писал в своей инсте, это Лимо говорит о треке. Я хочу почувствовать эту жизнь, когда ты каждый день видишь только студию и дом, где уже все поросло плесенью и мхом, ты как будто не живешь. Я написал этот трек совсем случайно, показал ребятам со словами, написал «Ебаный колхоз, но мне нравится». На что ребята ответили, ты дурак, это не колхоз, это крутой вайб. Это действительно крутой вайб. Но это ебаный колхоз тоже, потому что колхоз может быть вайбом. Колхоз он имеет в виду в том плане, что это слишком просто звучит, это звучит где-то корж, где-то кальян, где-то какая-то долбежечка элементарная, но для того, чтобы это не было настолько примитивно, они сделали интересные бриджи, да, они сделали вот этот бридж, они сделали проигрыш, усложнив тем самым песню, чтобы она не получилась слишком легкой. И это, с одной стороны, плюс, потому что это придает ей самобытности и какого-то творческого запала, да, то есть она не настолько примитивная, как то, о чем Лима говорит, что это ебаный колхоз. То есть колхоз, допустим, очень крутой кочевый колхоз, это Сява Бодрячком, очень крутой кочевый колхоз, это Витя Ака, да, то есть много крутых там, какой-нибудь Кальян, да, из популярных певцов, есть много колхоза крутого рабочего. Его не надо сильно стрематься, если он получается очень живой и кайфовый, эти треки надо дропать. Сильно усложнять их для того, чтобы они были чем-то суперсложным, не всегда уместно. Припев очень хороший, очень рабочий припев. Федерико Феллини. Да, и в эту, да, да, да. То есть хватает, хватает, короче. Крутого колхоза. Сделать крутой колхоз, это ебануться как сложно. Который просто там заберет тебя там на танцпол пьяным подвигаться. Например. И это будет супер база. Начали его доделывать. Я вообще не заморачивался. Писал то, что первое пришло в голову, все, что я хотел почувствовать этим летом. Особо не сводил и не дрочил бит, потому что хотел легкости в создании, потому что послушал чарты и понял, что людям вообще на все похуй, что петь как петь это звучит, и люди это дерьмо хавают. Это, конечно, очень огорчает. Да. Очень много из музыкантов, даже кто находится в топе, они все прекрасно понимают. Они сами говорят об этом в некоторых песнях, даже поют о том, что типа, йоу, ребята, я могу делать сложно, но это вам нахуй не нужно. Именно поэтому отчасти я и говорю, что здесь есть сложные строки с сложными переходами, которые как будто бы с этим колхозным не особо ложатся, потому что они говорят, йоу, мы умеем еще и сложные. Мы такие, а зачем тут Саулки в этой поп-песне? Хуй его знает, да. Немного такой вайб. Но мне как качество дрочеру такое нравится. Не знаю, честно, не знаю, как это скажется на хитовости трека. Возможно, в худшую сторону. А может быть, с учетом того, что рабочий припев, то есть тут вот честно, хуй пойми. Объясню, почему может сработать. Сработать может потому, что это как-то отличается от простоты и колхоза, которые есть в чартах. Своим сложным звучанием в некоторых кусках, а не может сработать, может быть, потому что слишком сложно, и ты передушишь, и для репита это как будто неуместно, все эти долгие музыкальные дропы, да, вот это вот все, как будто слишком сложно. То есть, может сработать как угодно, но в целом это интересно. Да. Я как Саулка Феллини, под ногами гли я танцую. Да. Звучит как... Да. Будешь ждать. Я понимаю, о чем ты говоришь. Не стремайся этой темы, бро. Если душа поет, иногда она может спеть тебе очень простые песни, которые супер круто прочувствуют люди вместе с тобой. Иногда бывает, люди вымучивают, выморачивают этот простой легкий колхоз, и у них не получается. Они делают пластмассовое говно. А иногда можно, не знаю, за 10 минут такой трек выдать, и ты будешь потом всю карьеру думать, ну как так? Я столько месяцев, лет писал музыку, такую сложную, такую интересную, такую кайфовую, а выстрелило вот это дерьмо, и теперь все думают, что вот этот трек это я. Так очень много популярных артистов думают, и они расстраиваются конкретно по этому поводу, а это зря. Потому что в музыке самое главное – это жизнь. Самое главное. Если ты очень круто и удачно передал какую-то эмоцию, хотя бы очень крошечную, и ты ее прям вот в чистом виде, вот прям концентрат этой эмоции выдал, значит, у тебя все получилось. У тебя получилась музыка, у тебя получилась песня. Отчасти концентраты есть, в припеве есть, еще в каких-то моментах есть в этой песне. Но она намеренно усложнена для того, чтобы она была более творческой. И поэтому я не знаю, как это сработает. Я вот рассказал, да, уже. Если у тебя пишутся какие-то сложные песни, ты что-то там делаешь, пытаешься делать. Я понимаю, вот предыдущая твоя песня такая была прям, ух.
Но бывает, душа музыканта просит просто вот, станцуем по хуйне. И выходит что-то очень простое. Если оно супер живое, какое-то западательное мясо, там есть строчки в одной, уносящийся бит, выпускай это дерьмо. Не парься, не напрягайся, и никто не подумает, что ты какой-то там зашкварщик, который решил там подстроиться под чарты. Если эта песня живая и крутая, пожалуйста. Вообще легко. Более того, эта песня даст возможность тебе обратить внимание на свое предыдущее творчество другое. Вот и все. То есть каким-то одним треком Mumble, например, вот мы когда разбирали альбом «Прелунение» Гонфлада, мы об этом говорили, что трек Mumble гонфладовский, да, самый попсовый, самый такой вайбовый и самый колхозный, если говорить про колхоз, вот в той стороне, да, в Mumble рэпе, в трэпе. Вот он дал возможность людям ознакомиться с более сложными работами, так может быть и у тебя. Поэтому не стремайся выпускать просто кочевую музыку. Да. У тебя будет время и возможности кушать. Будет возможность танцевать. Такая вот история. Да, бро. Да, бро. Пам-парам-пам-парам-пам-пам. Слушаем еще разочек, оцениваем. Я тебя понял. Конечно же, я тебя понял. Конечно, конечно. Микс инди-попа, танцевальной электроники и хип-хопа от битмейкера и саунд-продюсера Лимо и поп-рэп-артиста Андро Джанго. Ночка. Весьма неплохо, бро. Как будто даже во фрешмены. Причем обоих, да? Вот тут, в данном случае, оба фрешмены. Я бы взял этот трек во фрешмены. Он рабочий и плюс экспериментальный отчасти. Я бы взял во фрешмены, да. Качество неплохое. Я курю на берегу. Тут как будто сложнячок, да, нас ждет. Не звони, я вернусь к утру. Ночь будет вечной. Ночь как пугая, луна кулая, танцу. Очень топовое начало. Очень рабочее начало. Потому что вот здесь мы вообще не ждем продолжения. Только вот здесь. На берегу. Как будто что-то мы ждем тут посложней. А после чего будет так, а может лей. И ты чего-то там и выпил, будет день. И когда почему-то что-то где-то тень. И потому что... Такое, да, короче? А здесь простой вайп очень. Не ждет. И вот этот вот контраст на том, что ты не ожидаешь... Ночка темная, вообще разъеб. Я курю на берегу. Это речка. Не звони, я вернусь к утру. Ночь будет вечной. Ночка пугая, луна плая. Танцуй, милая, пока милая. Ночь луна полная. Усложнение пошло, да, тут ага, такие бэк-вокальчики. Снова ночь бессонная, ночь опять несет меня. Лунная, звездная, за пределы города. Ты сегодня скромная, знаю, это временно. Пьяная, молодая, судно на встрече. Ночь нас целовал, хочу танцевать, эй. Ночь нас целовал, хочу танцевать, эй. Ночь нас целовал, хочу танцевать, эй. 4 поставлю, совокупности жанров. Душа бой, 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 речка лей, лей, лей. Тепла, лей, лей. Припеви, бро, 9 поставил, вот так целовал. Я не твой, 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 быть нет, нет, нет. Там не грустно, вот это все 7. Пустит ночь. Ночь я пропаду с тобой. 7-8. Где-то за рекой. Вот за структуру что ставить? Вот эта вся экспериментальность, вот она как? Короче, самое яркое, что есть в этом треке, это вот начало, это интро и припев. Потом, вот можно запутаться немного. Можно немного запутаться, честно. Людям нужен смех, люди любят смех.
Здесь хорошо, вот мы знаем, что сейчас будет дроп. Надо было прям колхоз ебашить. Топовый трек бы был. 7. Минус 20к. Что? Аноним отправил 20 тысяч рублей. Спасибо тебе большое, бро, за поддержку и название Финна. Что это такое, друг мой? О чем речь? Встала в очередь, в любом случае, спасибо большое, но уточни, пожалуйста, что это? Финна? Я вижу, что имя артистки. Какой трек? Что вообще? О чем речь? Это имя артистки, название песни. Что это такое, бро? Контакт есть у меня. Окей. Не знаю, что это такое. Да, в общем, Дима говорит, что контакт есть. Супер. Так, связываться, да. В любом случае возьму фрешмена, да. В любом случае. Реализация кайфовая. Берегу этерички, звони, вернусь к утру. Ага, ночка темная. Ночь бессонная, ночь опять несет меня. Бессонная несет меня, лунная, звездная. За пределы города ты сегодня скромная. Знаю, это временно, пьяная молодость под луной нас встретила. Эту ночь я пропаду с тобой, где-то за рекой, людям нужен смех. Люди любят жить, голая луна, танцуй, милая, ночка долгая, держись, крем. Да-да, такой вайб, короче. Нормально, 7. А почему не 8, не 9? Потому что какой-то прям яркий, да, рифм. Ночка долгая, луна голая, танцуй, милая, пока малая ночь, лунная полная. 7-8 даже для такого вайба. Ну, 8 много. 4 балла точно есть здесь, да. Мне кажется, перемудрили. Надо было не стесняться делать колхоз. Да. Но в целом все равно это очень круто. Почти 60 баллов и забрали во фрешмены. Побьется этот трючок. И причем у него будет очень хорошее преимущество. Потому что ну, это уже будет июльская премия, не июньская. Это будет выглядеть вот так, да. Мы такие, так, и вот, ребята, трек «Ночка». Слушаем. Я курю на берегу. Йо, че, Салуки? Тем более, там уже альбом Салуки выйдет, да? О, там что, Сюзанна, да, на бэк-вокале? Че? Что это? Йо, ебать, нормально качает. Вот, типа, такой тема, да, будет? Очень неплохо. То есть, он берет началом конкретно. И припев этот тиктоковский конкретно. Спасибо. Рабочая. Рабочая конструкция. Спасибо большое. Это было очень интересно. Очень годный фрешсет.